если она потрогала их не пойнт, потом она закроется. Видишь как? Надо, чтобы она... А ну потрогай еще палочкой, сфотографируй. Надо, чтобы она потрогала вот их не пойнт, когда она потрогала. Когда шевелится крышечки. Не-не-не, когда надо, они потрогали их не fracture point, они потом закрывают. И у них здесь маленькие штучки выходят. Если они это потрогали, они потом, они feel sense, и они сразу идут, и они закрываются. Но если это не трогать, оно вообще не... Оно будет открываться. И пока она наступит прямо мимо, давай ты расскажешь сразу. Все, чтобы тебя видели. Ладно. Рассказывай. Если хочешь, чтобы цветок этот закрылся, у них есть маленький fracture sensitive points. И, короче, если муха пролетит и их не потрогать ногами, или как не потрогать, оно не будет закрываться. А тут ты видишь, как здесь как маленькие штучки выходят? Волосинки такие, да? Волосинки такие. Это их не sensitive point. Если ты так их потрогаешь, они сразу закроются. Вот интересное вот растение, потихоньку, да? Да. Это есть вообще... тоже еще один, он как такие fracture points, и они такие длинные, и потом вот так. Как чашечки, ага. Да? Не как чашечки. Длинненькие нет. Такие, как да, колбочки такие. И потом есть, как они смотрят, как капли воды угу. На них. И потом, короче, если что-то их потрогает, они сразу вот так закроются. Вот так, так. Угу. Видишь, какая ты умненькая, молодец, все знаешь. Спасибо и тебе. Так красиво рассказала, слышала? Угу. Смотри, какой домик красивый. Угу. Ты будешь кататься? Садись. Я не хочу кататься. Хорошая девочка, да, так все равно? Да. Это на ежике ты поехала. Далеко поехала? Ого! Бедный ежик. Бедный ежик. Ему удобно? Да? Да, ему удобно. Классно. Вон, смотри, как красиво растет. Идем. Цимбидиум. Желтенький. Красивый, пахнет. Замечательное растение. А тут другой чуть-чуть оттеночек. Два одинаковых. Вот уценили. Разная цена. Вот такие цимбидиумы, красавицы. Цветок крупный очень, желтый, губа красивая. Вот и другая губа. Пятнышками, наверное, заболел чем-нибудь. Мандариновое дерево. И такая у него цена. 2985. Плодами. Плоды уже готовые, можно употреблять в пищу. Да. А вот лимонное дерево. Точно. Сколько оно стоит? 1987. Кактусы. Шикарные. Цена 4 тысячи. А этот покрашенный, что ли? 10 тысяч. Ключи? Да. Прикольный кактусик. Вот это тоже кактусы. Вот композиция такая красивая. Цена 176. А это цветущая. 179. Это адениум. Это так красиво цветет, но постригло, оно замученное. Так я ж тебе кажу. А вот это стриг какой красивый, необычно, что загнулось. А, поправить мне. О, я его спасла. А сколько же оно стоит? 2356. А вот стик какой необычный кактус. 176 гривен. А это что? Карина какая-то.
замученное растение, но что-то декоративное. Вот эти аденюмы, смотри, как цветут. Красиво цвет. Еще какой-то кактус 230. Ой, я укололась. Это колючка сильная, вон колючка не заметила. Дорогущая, ну смотри, что необычное такое. Чудо-юдо. Ой, а ну как тут будет. Вот какой кактус интересный. А эти тоже какие-то волосатики такие. На что оно похоже такое? Идем, пройдем, там две цветут кактусы. Сейчас покажу цветущий кактус. Фикусы сплели и сделали в виде пальмочки, а ствол обалденный. Ну, цена у них тоже обалденная. А это 2000. Да. 2385. Ну, очень красиво. А это что другое? Это не фикус? А, фикус, другая разновидность. Это листики другие, такие более сочные, мощные. Такая красота. Сенсивилия. Сенсивилия выросла до такого размера. Горшок большой. Цена увеличилась. Ну, красивый. Царство королевских орхидей. Крупные такие. Пошли. Белые серединки. Ой, вот это красиво. Красиво, красиво. Красиво. 398, 300 гривен. Два ствола. Но очень красиво. Он как дикий кот. А вот крашники пошли. Крашники, конечно, красивые, но они потом становятся беленькими. И не так он замечательно выглядит. А этот тоже замечательный. Ой, как нарисовано. Вроде бы ее разукрасили вручную. Хороша. Один стволик. Цена 249. Таких много. Желтенькая. Еще эксклюзивчик. Вот хорошая вариант. Вот как далматинцы. Пятнышками полюбит. Орхидея фаленопсис. Рекомендация. Ну какая красавица. Сказочная. Сколько она стоит. Ну, в одну цену. 249 гривен. И такая красивая.
Нежная. А вот белоснежная. Беглипчик. Беглипчик. Цена тоже 200 рублей. Два беглипчика. Один стволик. Три. Три беглипчика. Это дендробиумы. Тоже очень красиво цветут. А вот камбрии. А вот эти еще пахнут. Угу, понюхай. Камбрии такие красивые. Да, а вот смотри, они разные. Смотри, какая форма цветочка. Как паучок, да? Да. Страшно. И вот маленькие какие-то, уменьшенный вариант. Те крупнее, те меньше. А вот с беленьким, скажи, ничего такая, да? Да, и выглядит такая оригинальная. А с желтеньким сейчас покажу. Вот это редкая такая. У нас таких не было дома. Необычный цвет. А вот желто-белый, смотри, какой интересный. А цена их, ну, 190. А вот малышки, минички, тоже такие тюдненькие, да? Ой, смотри, я подняла, она без горшочка. 139 гривен. Кто любит малышки, очень даже ничего смотрится. Таких много посадить в один вазончик. Как красиво оно будет смотреться, 139. Да? 139. Вот такие орхидеи на сегодняшний день в нашем саду, город Одесса. Фикусы какие красивые, бонсаи. 17 тысяч, а этот 17. Чуть повыше цена, покруче, покрасивее. Ну, красиво их сделали. Это 5900. Это фикус. 3500. Аквариумная композиция. Какая прелесть. Как в лесу каком-то. Песочек. Мох даже сделали. И такие розовые растения. Листочки. Бонсайчики. Вот лесная тематика. Лес. Елочки. Мох. Мох настоящий. Камушки. Очень красиво. Композиция глобус мини. Вот такая красота. Такая композиция. Это все живые растения. Тут даже домик сделали. Кактусов дорожка такая. И тут домик. Сверху, с высоты птичьего полета.